Девочки, снова всем привет! Сегодня заходила в магазин Fix Price и увидела новые новиночки, которые к нам привезли. Итак, взяла, приобрела себе вот такой вот ящичек для бутылочки. Хочу сделать на Новый год подарок одному из своих родственников. У нас было два разных вида коробочек. Были беленькие, конусообразные, и вот были вот таким вот интересным ящичком. Вверху есть как крышечка, она с дырочкой крутится, прекрасно подойдет для того, чтобы вставить бутылочку. Вот этот вот бантик, к сожалению, достаточно хлипкий, поэтому он больше служит такой декоративной функцией, но если бутылку не таскать, то за эту ленточку, то вполне все будет очень качественно держаться. Итак, давайте посмотрим, где это все сделано. Итак, сделано это. Состав фанеры, лента атласная. И изготовитель Москва. Очень достаточно такая интересная вещь. Кое-где встречаются дефекты, девчонки, но у нас был уже не особо богатый выбор, поэтому пришлось выбирать из того, что было. Так, дальше, что я приобрела из таких декоративных кухонных принадлежностей, это была вот такая вот доска. Стоила такая доска, кстати, тот ящик стоил 199 рублей, а такая доска стоила 149 рублей, она достаточно длинная. Выполнена она, по-моему, кстати, это фирма Kitchen. Доска кухонная, размер 38 на 12 сантиметров. Так, и это у нас Китай, состав бамбук. Девочки, маленьких у нас, к сожалению, не было. Я хотела взять две, большую и маленькую, но решила, что на безрыбье и рак рыба подойдет и большая. Может быть, в дальнейшем нам довезут маленькие, и я тогда уже приобрету. Дальше из новиночек, тоже кухонных, я приобрела вот такую вот досочку. Цена такой досочки, девочки, врать не буду. Сейчас по чекам попробую посмотреть. Так, у нас было три вида. Взяла я вот такую, она мне почему-то очень понравилась. Так, это у нас подставка под горячее, цена 99 рублей. А с другой стороны, она выполнена из пробки. Давайте посмотрим, это также фирма Kitchen. И это у нас доломит и пробка. Ну, я ее взяла в качестве больше декоративной такой дощечки. Ну, иногда буду использовать по назначению. Мне вот этот вот орнамент понравился больше всего, поэтому приобрела именно его. Также, продолжая такую, скажем так, кухонную тематику, я приобрела вот такие вот 4 штучки на стол. Вот две я уже отклеила. Девчонки, наклейки отходят просто замечательно. Ну и вот две у меня еще остались. Это у нас тоже фирма Kitchen. Выполнено оно в Китае. И состав Eva. Давайте я вам покажу, что наклейки отходят просто потрясающе. Вот. И даже не стоит с этим заморачиваться. Итак, они вот такие вот прозрачные, но с разноцветными такими вот вкраплениями, как будто бы, ну, блестки. В общем, мне понравились эти вот настольные подставочки, поэтому я приобрела 4 штучки. На Новый год такая вот, как сказать-то, такой орнамент подойдет наилучшим образом. Также у нас появились новые баночки-органайзеры. Кстати, цена данных вот подставочек на стол по 55 рублей каждая. Купила вот такую вот коробочку. Были у нас как с золотыми вкраплениями, также вот серебряными. Я приобрела именно с серебряными. Цена данной коробочки 149 рублей. Она открывается. Имеется два ограничителя, которые не вытаскиваются. Коробочка выглядит очень достойно. Цена ее тоже достаточно небольшая. Всего лишь 149 рублей. Поэтому коробочка мне понравилась, я ее сразу же приобрела.
Также из новинок, таких новогодних, я приобрела две вот такие новогодние открытки. Опять же, в качестве подарка своим родственникам. Внутри они полностью пустые. Придется писать поздравления от руки. Но они выглядят очень достойно, очень красиво. Да, и за 27 рублей, по-моему, 50 копеек таких открыточек уже трудно сыскать. Имеется в виду за такую стоимость. Так что, если кому-то кто-то интересуется именно открытками новогодними, то рекомендую вам присмотреться. Также из новиночек у нас появились вот такие вот колоды с игральными картами. Это деревянная коробочка. Ой, стоила такая коробочка 199 рублей. Карты, конечно, в ней очень хлипкие и тонкие. Я даже не стала открывать. Но сама коробочка выглядит очень достойно. Итак, давайте с вами посмотрим. Карты игральные, 36 штук в шкатулке. Изготовитель, конечно же, изготовитель Индия данной шкатулочки. Состав дерева, бумага и латунь, по-моему, да? Латунь. Так что сама коробочка мне понравилась, сама идея хранения карт. Поэтому карты у меня есть хорошие, достойные. Поэтому вполне можно переложить из этой коробочки ту колоду, которая не очень хорошо выглядит, и уже использовать совершенно другую. Также, девчонки, появились у нас в продаже вот такие вот замечательные теплые носочки. Это Lady Collection. Размер данных носочков 37-40. Выглядят они очень интересно. Такая рябая поверхность, бело-бирюзовая. И состав данных носочков. Производитель, конечно же, это Китай. И 100% полиэстер. Но, девчонки, даже по дому топать или вот на зиму одеть, если у вас достаточно теплые ботиночки, то очень даже подойдут. Так, также из носочков я приобрела вот такую вот, такие вот две пары. Цена 149 рублей. Одни носочки, они просто такие в полосочку, а те, которые в кружочек, они еще и с помпонами. В общем, они достаточно теплые, тоже Lady Collection, размер уже 36-40. И состав у нас 100% полиэстер. И опять же, производитель это Китай. Присмотритесь, кому нужны носочки. Также, девчонки, я приобрела еще одни носочки, вернее, две пары носочков. Сейчас вам покажу. Вот такие вот. Видимо, беленькие это собачки, а серенькие это пандочки. Итак, и цена данных носочков каждой пары 77 рублей. Выглядят они очень прикольно. В низкую обувь могут подойти или по дому бегать, кто не любит бегать в тапочках. Подошва с... Тут вот на подошве прорезинена. Здесь у нас звездочка, кто видит. И на пяточке тоже звездочка. На белом также. Просто на белом не очень видно. Вот на сером видно лучше. Так. Это у нас тоже Lady Collection. Размеры 35-38. Но были у нас и другие размеры. Состав 86% полиамид, 13% полиэстер и 1% эластана. Составы идентичны, что на одних носочках, что на других. А производство Китай. Я считаю, что носочки очень достойные. В каких-нибудь магазинах типа Александра Френза или еще что-то в этом типе. Тот же самый H&M. Такие носочки будут стоить гораздо дороже. Также из носочков я приобрела вот такую вот, вернее, вот такие вот носочки. Размер 36-39. Также это Lady Collection. Состав данных носочков 56% хлопок, 24% полиэстер, 19% полиамид и 1% эластана. Выглядят они тоже очень достойно, очень нарядно. Я так понимаю, это зайчики на коньках. Смотрится потрясающе. Даже в новогоднюю ночь одеть что-нибудь, например, красненькое. И такие носочки будет очень даже вполне великолепно смотреться. Также уже
из старинок я приобрела вот такие вот влажные салфетки антибактериальные. Беру я их уже, наверное, второй или третий раз. Они мне нравятся, скажем так, дают надежду на то, что данные салфетки, протирая ими руки, ты убиваешь хотя бы, ну, не 100% микробов, но процентов 70 или 80. А в наборе 120 штук, цена данной пачки, не помню, девочки, не то 77, не то 99 рублей. Ну, что-то вот в этой вот, в этом ценовом диапазоне. Но салфеточки мне нравятся. Так, следующее, что я приобрела. У нас появились вот такие вот новиночки, подсвечники. Цена каждого 149 рублей. Тоже наклейки прекрасно отходят. Вот это вот оттирается. Это просто, видимо, какая-то насыпь. Снизу тоже наклейки шикарно отходят. Одну я уже сейчас положу, а с другой мы с вами, так сказать, ознакомимся. Если видно, то они, подсвечники, вот такими вот интересными радужными разводами. Эти подсвечники я взяла по назначению к Новому году. Так, цена размер подсвечника 15 сантиметров. Выполнен он из доломита, производства КНР. Так что я думаю, что вполне подсвечи за такую сумму, такие подсвечники очень даже сгодятся. А также приобрела один вот такой большой беленький. Цена такого уже большого 199 рублей. Он повыше. Сейчас посмотрим с вами вот в качестве сравнения. Этот был у нас 15 сантиметров, а этот у нас уже 19,5. Тоже доломит и тоже производство КНР. Данный подсвечник я взяла на переделку. Хочу, возможно, в фикс-прайсе найти какое-нибудь интересное большое блюдо и вот сюда сверху приклеить, чтобы сделать новогоднюю композицию. Поставить елочки, домики, чтобы это все очень, шишечки положить, веточки еловые, чтобы это все очень достойно и красиво смотрелось. В общем, покупочкой я осталась довольна. Также, девчонки, приобрела в первый раз вот такое вот средство Ox Baby and Sensitive 2 в 1. Это эффективное очищение, деликатная стирка для детских вещей. Ну, 1,5 литра. Два раза я им уже стирала. Качество отстирывания мне понравилось. Гель достаточно густой. Производитель у нас город Москва. Так, срок годности 2 года. И состав 30% и более воды очищенной, 5% и более, но менее 15% ОПАВ, менее 5% НПАВ, хлорид натрия, парфюмерной композиции, трилобетеа, силикон, пропилен гликоль, краситель, концентрат. Но средство мне понравилось в качестве стирки не только детских вещей, но и в качестве стирки всех остальных. Достаточно щадяще относится к тканям, поэтому вот два раза уже попробовала, делюсь с вами своим мнением. Очень хорошее средство. Цена такого средства 99 рублей, девчонки. Так, а теперь бы я хотела вам показать некоторые поделки-переделки. Помните, я вам как-то показывала вот такого вот оленя я покупала. Это была как декоративная фигурка, но я ее немножечко подкрасила золотом. Как их называют-то, грани. Вот. Из цемента сделала вот такую вот подставку. К низу подставки приклеила. Ой, забыл, как называется материал. В общем, блестящую подставку, чтобы из фоумирана. Блестящую подставку, чтобы она не царапала поверхность. Вот тут я еще немножко доработаю, пройду черной краской. Когда срезала круг, немножко, так сказать, задела краску. А вот. В общем-то, я это сделала такие вот подставочки. Сделала пока одну, вторая у меня в доработке. Вот из таких вот нижняя основа у меня из цемента. Заливала в обычную баночку, какая была. И вот такая вот основа получилась. Потом покрасила черной масляной краской, прошлась золотой. Ну и лаком покрывать не стала. В
общем, хочу сделать два таких держателя для книг. Вот первый держатель я уже сделала, второй у меня, так сказать, в процессе. Итак. И дальше. Помните, я вам рассказывала, что я покупала вот такие вот наборы елочных игрушек. Это трех наборов, которые я покупала раньше, мне не хватило. Мне пришлось докупить еще три. А вот были вот такие вот бордовые. Были такие вот, наверное, розоватые. И цвет шампанского. В общем, у меня из шести наборов осталось... В каждом наборе было по 8 шариков. И вот из каждого набора, вернее, не из каждого... А первые три у меня ушли, и я еще докупала еще три набора. Вот из этих последних трех наборов из каждого по два шарика осталось. Но я их тоже буду использовать в композиции, потом вам покажу в какой. Так, и сейчас я вам покажу, какой венок у меня из этих шариков получился. В общем-то, вот такой вот у меня венок получился. Я взяла, как она называется там, проволоку у меня она была, несколько лет лежала. На эту проволоку я нанизывала шары. Здесь, может быть, видно будет. Нанизывала шары. Девочки, каждую шапочку шарика я клеила на горячий клей, потому что шары, скажем так, не особо качественные. И вот эти вот шапочки, они отваливаются. Потом сверху я привязала банты. Взяла три разные ленты, более-менее подходящие по цветовой гамме. И из фикс-прайса сверху я приколола вот этот вот цветок. И проволоку я закрепила с двух сторон, так что она у меня, в общем-то, может расстегиваться. Так что, девчонки, если кому-то понравились мои поделки-переделки, можете... тоже брать себе эти идеи. Все идеи уже не новы. Все это берется, конечно же, из интернета. Я не приписываю себе пальму первенства. Но каждый из нас имеет право повторить то, что нам показывают блогеры. Это не запрещено. Поэтому у каждого фантазия своя. Цветовая гамма тоже. Так что каждый человек вносит свою изюминку в каждую свою работу. Поэтому желаю вам удачи, отличного настроения, берегите себя, свое здоровье, своих близких. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, всегда с удовольствием отвечаю на них. Всем пока-пока!